Привет, ребятушки, привет-привет. У нас сегодня тушеная курочка с капусточкой, яйца со шпинатом, авокадо. Давайте поприветствуем новый день. У меня есть хорошие новости. У меня есть хорошие новости. Порадуйтесь со мной, те, кто может. Звонила своим братьям в Харьков, под Харьков. Сидят пока в подвалах. Они рядом с Харьковом живут. Но там бомбили побольше. Ну, город-то сам не бомбили практически. Но, короче, поселка. Выехать сильной возможности нет, потому что там мосты повреждены. Но главное что? Главное живы. Вот. Младшему звонила. Все нормально. Бомбежки были. Они их слышали там. Стекла дребезжали, так скажем. Нет, груза нет. Ну а как я груз брать буду? Я еще не знаю, сколько времени мы проконетелимся. Надеюсь, что вечером сегодня мы уже с грузом уедем. Потому что хоть и суббота, хоть и вечер, но Чикаго все-таки нужно что-то взять. Нет, так к тебе в гости пойдем. Ну, короче. Все, ладно. Да ты скинь мне информацию. С сестрой все в порядке. Я тоже вот переживаю за ее детей. Мне кажется, они как будто бы, по-моему, призывного возраста. Хоть бы никого никуда не загребли. Но живы. Все живы. Это уже хорошая новость на сегодняшний день. Угрожать мне не надо. Рассказывать, что я уже, как это я уже не плачу, тоже не надо. Рыдать вам каждый день. Я не буду. Свекровь Валишкина живет прямо рядом с Горловкой. Очень сильно бомбили. Позавчера я Валечка с ней разговаривала, прервался разговор, она потом звонит: Доня, нас тут бомбили так сильно. Несколько домов разрушено. Сейчас, говорит, очухаемся, пойдем помогать друг другу. Надо как-то с этими домами до весны еще дожить.
Ой, господи, боже мой, господи, боже мой. Что я делаю? Смотрю, Шария. Не знаю, кто там его обзывает прорусским. Никакой он не прорусский. Он просто говорит, ну, рассказывает то, что ему докладывают. Хоть правду какую-то понимать. Одни говорят, пацанов на Змеином острове всех только за пошел нахер убили. Другие показывают видео, как их в Севастополе высаживают. Непонятно. Так что сейчас надо радоваться. Тому, что все живы. Вот так, ребята. Вот так. Сейчас многие собирают деньги в помощь украинцам, потому что знакомая звонила, она говорит, слушай, мародерствовать уже начали. Уже просто вот в деревнях заходят прям толпы молодняка, заходят, обворовывают. Ой, вы что, это будет страшно тогда. Так что начали собирать деньги. Я не буду никому деньги сдавать. Я им всем не верю. Вот есть у меня знакомая, той же, ну, свекрови, например, Вальчкиной. Позвонила, спросила, у кого там дома разбили, там, троим. Ой. Там, помогите, передайте им хоть немного денег, пускай себе, ну, то есть живым, нормальным, реальным людям. Я против того, чтобы сейчас давать деньги этим фондам. Опять Украина. Вы представьте, не можете, сколько передавалось там. Ой, извиняюсь. На Майдан. Еще куда-то. Не-не-не-не. Я согласна еще передать живым людям, которым кушать нечего. Которые вот так заблокированы в деревне, да, как у меня брат. Ну, просто заблокированы. То есть деревня, когда начинают бомбить, они спускаются в подвал. А выехать, по сути, они не могут. Не могут, и если честно, то есть сейчас можно выехать и в такую передрягу попасть. Кошмар, ребята, кошмар, что делается. Те, кто радуется, ну, бог вам судья. Пугайте меня отписками, чтобы заткнуть мне рот. Запомните, это мой канал. На нем я все равно буду высказывать то, что думаю. Я немножко другими вещами, ребят, занимаюсь. Я к вам сюда вышла не для того, чтобы продать свой контент и чтобы жить за ваш счет. Поэтому я буду говорить то, что я считаю правильным. Я уважаю ваше мнение. Уважаю, что оно может быть у вас другим. Кроме ненависти друг к другу. Вот когда вы пишете о том, как вы друг друга ненавидите, я вас в этот момент не уважаю. Вы глупая толпа. Вы мясо. Это те, кто друг друга готов разорвать. Я сейчас говорю про простых людей. Я сейчас не говорю о политиках, которые за счет вас оживают, наживаются. Не за счет того, кто придумал эту войну. Я говорю о простых людях.
пишете «я против войны», а в магазинах друг другу морды бьете. Что это такое? Ой. Вот такие хорошие новости, ребятушки. Спасибо тем, кто со мной. Ну что ж, до свидания тем, кто не со мной. Я тоже желаю вам всего хорошего, и дай Бог, чтобы у вас никто не погиб. Дай Бог, чтобы у нас никто ни у кого не погиб. Приятного аппетита, дорогие мои. Что-то это как-то и кусок в горло не лезет, не хочу есть. Хочется вернуться к прежней жизни, хочется как-то болтать с вами о разных проблемах, о разных вещах. Что-то не снимается. Надо настроиться. Не получается. Мира вам, ребята. Честно, всем мира. Чтобы никто ни у кого не погиб. Самое главное. Ну еще какая радость. В Херсоне, в подвале, в этом бомбоубежище родилось двое ребятишек. Война войной, а жизнь берет свою. Вот такие новости на сегодняшний момент можно назвать хорошими. Пока-пока, дорогие мои. Пока-пока. И еще хочу передать тем, кто осуждает меня, что я говорю о таких вещах и кушаю. Запомните, даже на похоронах кушают и говорят о усопшем. В этом нет ничего плохого. Что я нервничаю, кушаю, потому что в другой момент у меня нет времени ни покушать, ни поболтать с вами. Вот и все. Меня не надо осуждать. Осуждайте убийц. Есть кого осуждать, поверьте мне, помимо Ларисы Валентиновны, даже... Праведники хреновы. Это был Паскаль.